Все, чему вам на белых поясах рассказывали, что база, 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 база. Вот до черного пояса дожил, в Бразилию четвертый раз приехал, все базой занимаюсь. Какие у меня ошибки? Ошибки, мистейк. Так, блин. Ну, очевидно, это выкладывать все это в общий доступ и позволять этому, блядь, появиться на свете. Всем привет, с вами Панков, это Тиаго Соуза, он же Маром. И мы попробуем для вас записать выпуск Fix My Jiu в Бразилии на русском языке с настоящим бразильцем. Вот мы поборолись. Маром, какие у меня ошибки? Не просто засунуть ногу, а прям жестко вставить за отворот, натянуть. Вот, колено упирается в грудь, он натягивается на колено и... One more time. Так. Я здесь, я не могу дотянуться до головы, я начинаю вставать вниз слайс, он растягивает вот этим крючком мое бедро и вторым крюком засовывает мою ногу себе в сингл-лыс. То есть обычно Fix My Jiu это роллинг, потом последующий разбор ошибок, разговоры потом, да, с разговором у нас пока вот тяжело еще, ну чтобы вы понимали, сейчас у нас суббота, 9 утра. Мы вот там в 8 вечера вчера потренировались последний раз, пока там домой приехали. Пока делами позанимались, пока уснули, пока встали, мы еще все сонные. Вот, поэтому, что мы сейчас делаем? Я попрошу Марома поработать со мной по заданию, да, сделать специфик в разных позициях, да, в которых вот у меня есть вопросы. И чтобы мы мои ошибки разобрали. Вот, сделаем вот так вот. Блять, выглядит замечательно. Хорошо, что вы все есть. Иначе для кого я контент делал?